Всем привет, как у вас дела? Это просто замечательно, поэтому повторяйте свои вопросы, пока у вас есть на это время, и не засыпайте в кадре, чтобы не было ваших взрывающих лиц, не поправляйте одежду, а так вы классные. Начинаем. Удачи. Вы готовы, да? Добрый день, Николай Николаевич. Расскажите, какую главную мысль вы бы хотели донести сегодня ребятам? Добрый день. Хотел донести процедуру, ответственность и правила того, как стать водителем. Как управлять транспортным средством, как получить право на управление, насколько это важно для каждого, насколько это велика ответственность и как потом с этим жить. Отлично, давайте пройдем тогда. Я надеюсь, все готовы? Мы начинаем. Итак, наш гость сегодня – это заместитель начальника отдела организации технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы подполковник полиции Николай Николаевич Ломакин. Ваши аплодисменты. Николай Ломакин – заместитель начальника отдела организации технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю, подполковник полиции. Окончил Ставропольское высшее авиационное училище летчиков и штурманов, Адыгейский государственный университет, Российский экономический университет имени Плеханова. Стаж работы – 20 лет. Николай Николаевич, насколько сложно сегодня получить право водить автомобиль и что для этого нужно сделать? Процедура достаточно длительная и в то же время достаточно простая. Вот. Все в первую очередь зависит от желания и умения, и хотения человека, который хочет стать водителем. Для этого надо пройти обучение в автошколе и сдать экзамены в ГИБДД. Вот после этого получить заветное водительское удостоверение. В принципе, процедура проста. Вот для того, чтобы пойти учиться в автошколу, надо достигнуть определенного возраста и иметь соответствующие показатели здоровья. Или отсутствие противопоказаний, показаний к управлению транспортными средствами. То есть вы должны быть достаточно здоровы, чтобы садиться за руль, вот, видеть то, что происходит вокруг, слышать и, соответственно, выполнять правила дорожного движения и стараться их не нарушать. Вот. Длительность обучения по различным категориям варьируется в зависимости от вариации обучения, где-то от месяца до двух. Вот. После этого вы сдаете в автошколе квалификационные экзамены, как в институте, как в школе, получаете соответствующий документ о том, что вы прошли обучение. И по желанию, когда вам удобно, приходите в госавтоинспекцию и сдаете два экзамена, теоретический и практический. Вот. После чего, если все успешно сдали, получаете водительское удостоверение. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, а какая самая частая практическая ошибка при сдаче экзамена в ГИБДД? Ошибок очень много в квалификации оценки, но, как правило, люди ошибаются, как правило. Превышают скорость незначительно, вот, не включают повороты в установленных местах. В принципе, вот самые повторяемые ошибки. Все остальное бывает чрезвычайно редко. Вот, опять же, все зависит от того, насколько хорошо получили в автошколе, насколько человек понимает, что он делает. Спасибо за вопрос и ответ. А следующий вопрос подготовил Ярик. Очень интересно, передайте ему микрофон. Здравствуйте. Сколько сегодня ошибок может совершить человек во время экзамена, чтобы все-таки его пройти? При сдаче теоретического экзамена возможно допустить одну или две ошибки. Одну ошибку, если вы допускаете при сдаче, при ответе на 20 вопросов, которые вам даются, вам дается еще 5 вопросов. Если вы на них отвечаете правильно, вы получаете оценку «сдал». Вот. Если вы допускаете две ошибки в разных тематических блоках, которых 4 в экзаменационном билете по 5 вопросов, вот, вам дается еще 10 дополнительных вопросов, на которые тоже надо ответить на все правильно. И тогда получаете оценку «сдал». Во всех остальных случаях вам выставляется оценка «не сдал». Спасибо. Пожалуйста. Следующий вопрос у нас подготовила Элина. Передайте, пожалуйста, ей микрофон. Можно ли узнать маршрут проведения экзамена заранее? Элина, конечно, можно. Каждое подразделение госавтоинспекции, которое проводит экзамены на право управления транспортными средствами, имеет свой сайт, свою даже страничку на официальном сайте госавтоинспекции. Сайт называется gibdd.rf. И там можно найти различную информацию, в том числе и маршруты, которые используются для проведения экзаменов в каждом подразделении. С 1 апреля текущего года маршруты фактически превратились не в маршрут, как направление движения по улицам,
а больше, наверное, зона выполнения упражнений и заданий экзаменатора на различных улицах улично-дорожной сети города. То есть вы можете увидеть, где вам экзаменатор будет давать свои какие-то задания. Спасибо. Следующий вопрос задаст Лолита. Что чаще всего просит выполнить экзаменатор в городе? Какие элементы? Это перечень элементов предусмотрен правилами проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, которые были утверждены в свое время постановлением правительства. Вот. В них входят повороты на перекрестках направо-налево, вот, проезды перекрестков в правом направлении, проезды остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, обгон опережения, остановка и трогание на подъеме, параллельная парковка задним ходом под углом 90 градусов, змейка, так называемая, постановка в бокс задним ходом, как это, вот, например, вы делаете, или вы видели, как это делают родители при парковке у супермаркетов. Вот. Все те элементы, которые в практической вашей дальнейшей жизнедеятельности автомобильной будут вами использоваться. Вот. Все эти задания вам даются, и если какой-то вы из них не выполняете, вам выставляется оценка «не сдал». Спасибо. Пожалуйста. Николай Николаевич, если во время экзамена произошла аварийная ситуация, но не по вине экзаменуемого, а по вине какого-либо другого человека, и не произошло аварии, считается ли, что человек сдал экзамен? Экзамен считается сданным только после выполнения всех заданий экзаменатора, которые предусмотрены правилами проведения. Вот такой трагической ситуации, можно сказать, нелепой иногда. Вот, если в ДТП кандидат водителя не виноват, опять же, это установить можно сразу при оформлении, а есть вопросы достаточно спорные, которые устанавливаются в течение 30 дней. Конечно, у водителя назначается повторный экзамен, если он хочет этого, потому что, как правило, это нервная ситуация, и человек уже не до этого немножко. Вот, он сам для себя выбирает время и место. Вот, либо экзамен, соответственно, продолжается далее, вот, чтобы эти элементы все выполнить. Соответственно, в следующий раз он будет уже элементы выполнять те, которые он не доехал, недовыполнил. Вот такая ситуация. Если, соответственно, кандидат-водитель виноват, вот, он в соответствии с правилами дорожного движения считается уже водителем, поскольку он управляет транспортным средством, и дорожно-транспортное происшествие, соответственно, оформляется в установленном порядке, и ответственность кандидата-водителя компенсируется полисом ОСАГО, который договор на страхование ответственности, которого был заключен ранее. Спасибо. Дальше вопрос хочет задать Арина. Что изменилось в сдаче экзаменов с начала этого года? Ну, основное изменение с 1 апреля этого года – это сокращение количества экзаменов. До 1 апреля экзаменов было 3 фактически. Это теоретический экзамен, экзамен по проверке первоначальных навыков управления транспортными средствами и экзамен на условиях дорожного движения. 2 практических экзамена. Один из них, как экзамен по проверке первоначальных навыков, состоял из проверки каких-то знаний и умений габаритной езды на автодроме либо закрытой площадке. Вот. Этот экзамен соединили, мягко говоря, с экзаменом в условиях дорожного движения, вот с условием того, как я уже вначале рассказал, чтобы максимально возможно использовать при выполнении вот этих маневров дороги и улицы города, дабы человек в будущем понимал, для чего это ему надо, и чтобы было понятно, может ли он это делать в условиях наличия вокруг транспортных средств, людей и различных препятствий. Это основное изменение, остальные, в принципе, особо не претерпели каких-то кардинальных изменений. А на очереди у нас вопрос от Лолиты. Задавай. Сейчас очень распространена проблема с пробками из-за того, что ДПС не успевает к месту аварии. Но есть же еще и способ оформления аварии без инспекторов. Но им практически никто не пользуется. Как решить эту проблему? Вы знаете, ну, мое мнение такое, что каждый человек это решение принимает сам для себя самостоятельно. Вот. И, как правило, многие люди очень сомневаются и немножко не доверяют простой процедуре оформления дорожно-транспортного происшествия и все время переживают, что что-то пойдет не так. Вот. А когда приезжает на место инспектор ДПС, человек успокаивается, видит представителя власти и знает, что все будет хорошо.
Это единственная причина, по которой многие люди в любом случае стараются вызвать инспектора, дабы не переживать за последующие действия какие-то. Дальше вопрос задаст Ульяна. Сейчас в Краснодаре довольно сложная ситуация с пробками и парковкой. Можно ли сказать, что автоинспекторы стали принимать экзамен строже, чем в каких-то других менее загруженных населенных пунктах? Мы опять же возвращаемся к ситуации, что инспектор в любом населенном пункте, в любом подразделении должен принять экзамен у всех одинаково. Для этого он должен дать возможность кандидату-водителю выполнить те задания и маневры, которые предусмотрены перечнем, который утвержден правилами проведения экзамена. Экзамены в любом случае во всех городах и населенных пунктах принимаются исключительно с обеспечением вот этих вот возможностей. Поэтому сказать, что они где-то мягче, где-то легче, невозможно, потому что всегда объективно делается одно и то же. Очень интересно, спасибо большое за ответ. И в заключение наш традиционный блиц-опрос. Закончите фразу. Если бы я определял возраст, с которого человек может управлять автомобилем, то я бы назвал цифру? 18. Мой самый большой страх – это? Когда что-то не так с близкими. Самый любимый маршрут в Краснодарском крае – это? Все маршруты движения по Краснодарскому краю по-своему хороши. У нас есть и горы, есть и море, есть пруды, озера, реки. И куда бы мы ни поехали, везде очень красиво и здорово. Так что сложно как-то выделить то, что нравится вот прям сильно. Вот, наверное, все поездки по краю. Больше всего на дорогах в Краснодаре меня раздражает? Ну, как всех нормальных людей, раздражают меня, наверное, заторовые ситуации и пробки. Угу. Сегодня я чувствовал себя у вас... Замечательно. Мне было очень приятно. Большое спасибо, Николай Николаевич, за столь интересные ответы и достаточно важную для нас всех беседу. Ребята, ваши аплодисменты. Друзья, а вы не забывайте, что нет ничего невозможного, и каждый из вас может добиться любых высот. Увидимся! От гостей я узнала самые распространенные ошибки при сдаче на права и много другого. Я была рада выслушать Николая Николаевича, и в будущем я бы хотела стать водителем автомобиля. Я думаю, эта программа мне поможет.